сообщает ТАСС, НАТО, что готовилось к конфликту в Украине с 2014 года. Столтенберг признал. Что тогда Альянс стал проводить наращивание своих военных сил, НАТО подтвердил генсек. Хороший это повод новый клип с призывом понять пословицу. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. На мой загрузить YouTube канал. Ведь все еще во мне теплится надежда, что откликнется на мой призыв. Хотя бы один в мире человек. Хотя оснований для такого призыва, для такой надежды никакой нет, но что поделаешь? Делай, что должен, пусть будет, что будет.